снега собирал. Да-да. На! И все. И детдом. Собака, морковка, две. Привет, кошки. Зенни. Сегодня мы с морковкой и моей собачкой Рубиной попробуем тебя удивить. Я как будто смотрю какой-то детский ролик. У нее явно талант. Снимай ролики на YouTube, у тебя получится. Что, Рубина, ты готова? Тогда погнали. Начнем с главного. Покажи, где морковка. Вот она. У меня Рубина не туда. Рубина. Рубина шарит. Ну правильно. Ладно. Ну а теперь крутись. Вертись. Дай носик. Еще. Ну, кстати, и еще раз жестко. Носик. Теперь дай лапу. Мне так а теперь дай пять. Девочки, а сейчас прям, Рубина ну... покажет, как... Я не могу. Как прыгает. Ну, первый уровень был простой. Звучит. Справишься со вторым. Ого, теперь стаканчики выше О-о-о. Тебя. Нифига себе. У нее собака трюкач. Последний раунд самый сложный. Чтобы ты понимал, даже я после операции это не перепрыгну. Ну, кстати, ну да. Что, во второй раз слабо? Давай. Слабо. Ой-ой. Ну что, смотрите, подписывайтесь на Зенни и на Рубину тоже. Блин, пожалуйста, у нее ребята. Очень крутая озвучка. Спасибо огромное, спасибо. Ну... Напишите в комментариях, стоит ли ее брать и озвучивать трейлеры и обновления для Real World. Да, я думаю, за нее решите вы в комментариях.